Фонтан, как у нас в парке Федорова. Плоский фонтан. Здесь павильон космос. Освежающий фонтан. С подсветкой. Хорошо придумала. Хорошо освежает жаркую погоду. Я гуляю по ВДХ. Иду дальше. Уже 9 часов вечера. О, какая там красота. Здесь еще и автомобили ездят. Вот она, центральная аллея. Кафе, мороженое. Здесь еще красиво. Все павильоны какие-то. Такие дорожки красивые. Очень красивые дорожки. Какие дорожки красивые. Из камня. Да, гуляй по ДНХ. О, вот еще какой-то павильон. Не видно. Чей? Нефть СССР. Ах, какие дорожки. Из камня. Нефть. Нефтяная. Нефть СССР написано. Да, наверное, нефть, что там под рукой. Еще какие-то павильоны там. Дальше. Детская площадка. Пройду я по детской площадке. Вот Лукойла. Чем они удивят? Как они моют, намывают свои. Вот детская площадка. Вот Лукойла. Как интересно. Вроде как заправка. Вот они, детка, для деток сделали. А что, много тренажеров всяких. А что, интересно. Много всего. Вот, как интересно. Вот, как интересно. Вот по этой трубе. Ай, маленькие детки залезают. Ой, каким маленьким туда. Да, но что-то никто не спускается. Ой, как интересно.
Ой, какие хорошие аттракционы здесь. Очень хорошие. Ой, а здесь прям маленький. И взрослые. Можно взрослым. Да, не только для деток, но и для взрослых. Это я качаюсь. Ага. Ой-ой-ой. Это я качалась сейчас. Ага. Как интересно. Я бы и так попрыгала, если бы не одна была. Ага. Как интересно для детей и для взрослых. Да, очень интересно. И для маленьких, и для больших. Да. Вот еще что-то такое интересное. Да, вот такая площадка от Лукойла. Такая тут. Давай, прыгай. Много интересного. А здесь как играется? Непонятно как. В общем, это такая площадка для деток и взрослых. Интересно. Там еще дальше что-то есть. Да, вот эта труба очень интересная. Для смелых, я так. Я бы в детстве, наверное, не решилась. А может быть, и решилась. Если это безопасно, почему бы не тренировать деток? Маленькие ведь совсем. Да, вот такая площадка. Хорошая площадка. Интересно, я во дворе такие не поставила. Вот тут Лукойла своеобразные тренажеры. Ах, что-то у меня тут не показывает. А дальше что у нас? А дальше у нас москвариум. Да. Да, что-то я
Плохо еще пока умею снимать. На смартфон теряюсь.